Департамент опеки, попечительства и соцподдержки рассказывает о постинтернатном сопровождении детей-сирот. Государство предоставляет им широкий спектр помощи и поддержки для успешной адаптации к самостоятельной жизни. Жилье, образование, сироты могут получить второе образование бесплатно. Трудоустройство. В случае отсутствия работы по специальности, районный отдел опеки и попечительства выдаст ходатайство о постановке на учет в Центре занятости населения. Социальная, психологическая и правовая помощь включает в себя консультирование, а также помощь в решении трудных жизненных ситуаций. Администрация Красноглинского района публикует карточки, в которых рассказывает, как отдельные виды документов, оформленных жителями Самарской области в электронном виде через портал госуслуги, можно получить в любом офисе МФЦ, распечатанными и заверенными. Такой документ имеет юридическую силу наравне с подлинником. Администрация Кировского района Самары сообщает, что жители Кировского района могут принять участие во всероссийском зимнем марафоне «Сила России». Занятия бесплатные и доступны для всех желающих с 18 лет или с официальным представителем несовершеннолетнего. Подробности можно узнать по ссылке, указанной на странице телеграм-канала администрации.